конкретно то, что я рассказываю. Я сейчас позиционирую, значит, как iOS-разработчик. Я уже больше 3 лет сделал 15 приложений. У меня много веселых историй. Это будет такая, знаете, несколько мотивирующих историй, чтобы вы загорелись именно попасть в IT. Мне можно задавать вопросы прямо из зала, ну, прямо по ходу повествования, если вы что-то не понимаете, поднимайте, пожалуйста, руку. Я, ну, то есть буду стараться или включать свой рассказ, или, ну, собственно, перерываться и рассказывать на вашу историю. Мне можно задавать именно те же вопросы, что и Денису, я буду отвечать их абсолютно по-другому. Поэтому есть смысл тоже задавать. Так, это про меня. Если... Значит, я начал свою карьеру в IT, наверное, на 4-м курсе в ГУИР. Я пошел как... Ну, учился на технической специальности, то есть такое есть немножко... Ну, то есть я как... айтишник-айтишник. То есть вам, получается, если у вас нет этой специальности, вам нужно будет придумать немножко другую карьеру. Ну, как, я расскажу, как получилось у меня. Значит, я, получается, на 4-м курсе хотел пойти по программистам, или там .NET, или там или на Баяне, или там на C, или на Java, неважно. Но, к сожалению, у меня не смог пройти ни одно собеседование и прошел на QA Automation. Это была компания Square, 4-й курс. У нас, мне повезло, были интересные проекты для Японии и Швеции. Один из них там Extreme Mail. Я писал автоматические тесты. Там я, ну, то есть, просто сразу даже буду деньги говорить, ну, именно какие цены были тогда и какие цены сейчас, то есть информацию, которую идет сейчас. То есть я пошел со старта на $400, ну и потом, получается, вырос за год уже, получается, в концу 5-го курса, когда я поменял работу, я уже получал 1100. И для студентов это как бы достаточно много. Ну, то есть, получается, я сейчас смотрю, сколько получают не айтишники, и просто как бы жутковато становится. И потом я, получается, проработал, ну, там даже, может, 1.5 года Automation. Ну, то есть это, получается, вот, тестировщики Quality Assurance. Это как бы отдельная, считается, одна из самых легких входов в IT. И потом перешел в компанию Dogcraft. Это, наверное, из одних таких достижений, которые у меня были полезны. Я пришел туда как QA Automation, потом выполнял частично функции QA менеджера, потом перешел в отдел Customer Care, точнее, его возглавил и сделал команду, там, наверное, 5-6 человек, которые отвечали там, на технические вопросы и взаимодействовали с клиентами. Потом я был директором по развитию бизнеса, это такой, знаете, который постоянно ходит, ездит на конференции и там со всеми пьет, общается, но было, короче, ну, то есть интересно, но для здоровья это, ну, наверное, не очень хорошо так надоедить. Я планировал вообще рассказывать 20 минут и 10 минут на вопросы отвечать, но надо рассказывать 40 минут и 10 минут на вопросы. Поэтому я буду вставлять еще некоторые истории, которые просто будут вам как, ну, которые люди потенциально еще не вошли в IT, но хотят, но просто некоторая терминология. Есть все IT-бизнесы в Беларуси, они делятся на аутсорсинг и продуктовые. Ну, то есть продуктовые, это понятно, что очевидно, что не те, которые там на Комаровке продают какие-то продукты, а те, которые делают... Ну, то есть бизнес-модель заточена на то, что они делают какой-то продукт, и, соответственно, бизнес-экспертиза остается внутри компании. То есть, по моим ощущениям, у нас примерно 90% бизнеса — это аутсорс. Ну, то есть, получается, EPAM тот же, они позиционируются как аутсорс 3.0, они там сервисная компания, не аутсорс, но это на самом деле аутсорс. То есть просто какая-то корпорация отдает программирование в, ну, то есть в Беларуси, нанимает наших программистов. Есть, получается, другая бизнес-модель, это вот продуктовая. Это вот когда стартаперы, соответственно, делают какой-то продукт, и потом он становится успешным, и в этой компании развивается другая уже экспертиза, то есть, получается, им нужен и маркетинг, и продажи, и техническая поддержка. То есть людям из не IT попасть в такие компании, ну, достаточно проще, потому что, ну, по моему мнению, IT — это вот такая вот здоровенная широкая область с большим количеством специальностей. И вам лучше, ну, то есть, получается, постараться попасть, ну, вот, хоть куда-то. Мне повезло, получается, это была продуктовая компания, я смог, допустим, вырасти как директор по развитию бизнеса. Потом, когда это было? Ой, это было.
Это был, короче, 2012 год, и тогда, получается, правительство, господин Лукашенко подписал директиву номер 4. Это, получается, по развитию предпринимательской инициативы. У нас был такой год, когда включаешь телевизор, и все говорят, Антон, становись бизнесменом. Я говорю, отлично. Ну, а айтишник, как бы, денег вот есть, думаю, надо что-нибудь такое смешное сделать. И открыл парикмахерскую, на самом деле, ну, то есть зарегистрировал там Google и сделал парикмахерскую. Ну, то есть это было достаточно прикольно, и то есть это дает такие навыки по, ну, то есть держать личную ответственность, нанимать людей, увольнять людей. Это если вы хотите стать именно успешным менеджером, то попробовать запустить свой бизнес, это тоже достаточно полезно. А потом там мне еще партнеры предложили открыть завод по переработке шин. И у меня было вообще все хорошо. А, ну то есть я вначале открыл парикмахерскую, а потом меня назначили директором по развитию бизнеса. То есть я там, ну, то теоретически приобрел какие-то навыки в офлайне, которые мне пригодились уже потом в IT. Потом завод сгорел, и я потерял за один день 1 миллиард белорусских рублей. Это, говорит, звонит. Коллега говорит, включай телевизор, там все горит. И там тоже смешная история, получается. Переработка шин, короче, это одна из вообще мировых проблем. Ну, то есть, получается, шин очень много, и никто не знает, как что с ними делать. Ну, то есть, в России их взрывают. У нас еще есть, там, теоретически, можно их переработать в секублирон, там такой сложный химический процесс, они там что-то их плавят, а потом, получается, ну, то есть, получается, для краски, там чуть ли не дизель их можно сделать. Но там ребята из Могилева даже взяли у государства денег, а потом скрываются сейчас в Шри-Ланке, одного посадили. Единственное экономически выгодное на сегодняшний момент, это получается перерабатывать механические переработки. То есть стоят такие резцы, получается крошка, и потом эту крошку можно или боксерские броши мы в Смоленск продавали, или вот там, допустим, вот эти вот стадионы, которые делались, тогда как раз в Сочи 2014 было, но у них были погрузки от 100 тысяч тонн, и мы им не успевали. Ну, в общем, я потерял все деньги первый раз. И потом, значит, задумался, говорит, что же мне надо делать. Ну, то есть, мне кажется, что определиться рано, что ты в жизни хочешь, это как бы там недостаточно. Ну, то есть, многие там, ну, то есть, европейцы, американцы, там, они пытаются искать поиски себя, ну, то есть, там, до 30 лет. Ну, то есть, даже можно до 40 лет искать себя, в этом, как бы, ничего плохого нет, по моему мнению. Ну, то есть там, с точки зрения счастья, у нас есть как бы два гормона, серотонин и дофамин, которые наши, ну, то есть управляют нашей жизнью. Хорошо, чтобы мы там улыбались, у нас эти гормоны вырабатываются. И важно, что, ну, то есть получается, если мы занимаемся чем-то интересным, хорошим, видим перспективу, мы счастливы и можем хорошо заниматься. А когда ты там теряешь 1 миллиард белорусских рублей, ты, ну, этот уровень серотонина резко так падает, и ты, короче, такой депрессивный становишься. И все преступники во время вот этих вот ужасных вещей, у них падает уровень серотонина практически до нуля, им кажется, что очень плохо, и они идут на неоправданный риск. Ну, то есть, даже если брать ту трагедию, которая была в ЦИ Европа, ну, то есть, у человека депрессия, серотонин вообще ничего не понимает, он делает такие нехорошие вещи. И потом, примерно, наверное, в лет 27, я прочитал книгу «Пол Ньюпорта», это «Ты такой хороший, они прям тебя не могут игнорировать». И что меня в этой книге больше всего поразило, что о том, что мы должны определиться рано и получается вот испытывать какую-то страсть, пожар в глазах, это все не совсем верно, не совсем так. Ну то есть нам, чтобы войти в любую специальность, нужно испытывать уровень дискомфорта. Но те люди, которые стартанули делать вещи, в которых у них там якобы лежала душа, они испытывали колоссальное недовольство в своей будущей карьере. Поэтому нам нужно сопоставлять свои реальные возможности и возможности рынка. Ну, то есть сейчас объективно, ну, то есть в Беларуси заниматься там какой-нибудь ерундой, открывать там рекламу, коворкинги, работать на внутренний рынок, это бесполезно. То есть как бы вот сфера IT. У меня там коллега по хоккею спрашивает, почему вот ты получаешь так много, а мы там получаем там инженер в опции там $200-300. Я говорю, ну потому что мы, айтишники, работаем на европейские рынки, мы там типа конкурируем со Штатами и здесь. А то у тебя тут получается только в Беларуси, конечно, тебе никто ничего не будет платить. Поэтому, если у вас есть какие-то там мечты, забудьте, идите в IT. Потому что
когда есть немножко денег, оно становится немножко всегда веселее. Можно? Ну, то есть, по мнению, чем айтишники отличаются от нормальных людей? Ну, потому что они как бы немножко есть немножко больше денег, и они как бы могут позволить именно свои причуды, которые они там делают. Так, и получается... А, дальше про удовольствие я забыл рассказать, что еще согласно этой книге, мы не можем получать удовольствие прямо сейчас. Вот, допустим, мы стали там джуниор-разработчиком, там взяли в компанию там, на $300, и мы будем на самом деле несчастны. Мы становимся счастливыми только после 2-3 лет, когда мы в специальности. Тогда уже там мы обладаем некоторым уровнем мастерства и начинаем там, может, даже учить других, и тогда получается суперинтересно. Вначале не вырабатывается. То есть я не верю в мысль о том, что мы там должны какую-то вот испытывать страсть, ну, то есть страсть и сразу удовольствие от работы. Мы должны заниматься дисциплиной. Ну, то есть дисциплина это очень важно. Мы там, если нам настраиваем себе карьеру на ближайшие 5-10 лет и хотим там, ну, то есть делаем как-то по полочкам, которые можем модифицировать, то это будет гораздо лучше. Еще один курс лекции, который я прошел, это вот на Курсере, Learning how to learn, то есть учимся учиться, то есть техники, которые помогают нам в обучении. Для вас, на мой взгляд, это особенно важно, потому что, ну, то есть, есть методологии, правильное обучение. Как нам обучаться? Это вот на Курсере. А там есть на русском, есть книга еще, вот «Думай как математик». Я сейчас там пишу на DevBuy статью о ней. Ну, то есть, как бы там, выжимку. Она должна скоро появиться, я надеюсь, что на следующей неделе. Но я обещал уже 2 недели назад, что я выпущу главного редактора. Но ничего не выпустил. И одно из самых поразительных вещей, которое меня удивило, это то, что мы действительно можем меняться. То есть наш мозг, это, знаете, вот там нейронные сети, ну, то есть куча-куча нейронов, они соединены между собой вот такими ниточками, они управляют синапсы, ну, то есть есть понятия такие, как нейронные сети, и идет какой-то импульс, и все там блуждает, и это делает так, как там их там миллиарды-миллиарды этих нейронов, мы все уникальны. И думаем все по-разному. Но мы можем сами программировать себя. То есть Питер Тиль называет это, говорит, ваша личность и ваша личность это программное обеспечение. И вы можете сами себя его запрограммировать. У нас есть какое-то такое негативное отношение к тренингам и ко всему, но действительно, если вы проходите тренинг, если вы занимаетесь математикой, и во время сна ваши вот эти вот нейроны поменяются. То есть вы станете другим человеком. То есть вам кажется, что вы сейчас не айтишник, у вас там есть какие-то другие интересы. 3 года высшей математики и другой человек уже выходит. Я не верю в то, что там есть различия там, на гуманитарии и технарии. Как раз там наоборот различия. Ну, то есть если вы плохо знаете математику, это не делает вас гуманитарием. Ну, то есть если вы читаете много книг, то, наверное, тогда уже да, мы имеем в виду художественную литературу. То есть очень много примеров, и вот этот вот профессор, который читает этот курс, она учила, где-то училась в Штатах на филфаке, и для переводчиков там, в Сибири учила русский язык. Потом она говорит, я, как говорит, определилась, 30 лет я хочу стать математиком. И стала мы профессором математики. То есть, и сейчас много есть статей, когда даже вот журналисты берут курс по математике именно с нуля, и так как появилось очень много качественного бесплатного образования, ну, та же Курсера, я потом там подробнее расскажу про эти бесплатные курсы, можно действительно обучиться чему угодно. Ну, то есть я подвожу к тому, что мы можем стать кем угодно, кем захотим, если правильно настроимся. Плюс, еще говорят, что дисциплина важнее мотивации, но с точки зрения психологии это не совсем верно, потому что у нас должна быть мотивация, наша внутренняя потребность чего-то достичь, тогда мы можем у себя прокачивать дисциплину. Так, программирование уже затем учить надо, что на ум порядок приводит. Ну, это я делал картинку для статьи. На самом деле, программирование это очень классно. Ну, в плане того, что я потом уже 3 года вот занимаюсь программированием, я как-то немножко все посветлело. Все как-то раньше, когда был там рекламщиком или еще кем-то, оно как-то все так не структурировано, а когда ты занимаешься именно математикой и программированием, все расставляется по полочкам. Вы станете уже тоже немного более собранными и другими людьми. Так, опять-таки, что не надо хвататься сразу все в подряд читать. Ну, то есть получается, у вас есть, ну, то есть
загорелись, у меня обычно то, что такое говорит, я хочу там типа пройти там 10 курсов одновременно, на все записался, начал все проходить, и потом все уже мотивация на нуле. Ну не на нуле, а вот которая ниже знания допускается. Когда мы четко определяем себе план наших действий и занимаемся немного, но регулярно, это гораздо эффективнее. То есть понедельник, среда, пятница. То есть нет резона учить там сразу там до 4 ночи сидеть. Это неэффективно. Причем сон тоже очень полезен, потому что наши нейронные сети не перепрограммируются. Так, у нас эта конференция называется типа там «Вход в IT». В IT очень важно английский язык. Ну, то есть, как все говорят английский язык, английский язык типа очень важен. Но как на самом деле заставить себя выучить английский язык? Нам нужно выработать привычку. Ну, то есть вырабатывать себе хорошие привычки, чтобы, ну, которые, кажется, даже вот такие маленькие, но ежедневные изменения, они могут колоссально повлиять на нашу жизнь. Вот я могу порекомендовать книгу Чарльз Дугик, или как она правильно произносить. Сила привычки. Там именно вот эта вот психология, как они формируются, как мы там смотрим в пятницу, думаем, о, пятница, у нас там сигнал, значит, надо выпить, на записке сходить. И потом, ну вот, в обед где-то мысль надо выпить. И вот ее можно как-то закрутить и сказать, так, я вот словился на мысли, вот у меня сигнал пошел, нет, надо пойти там что-нибудь заняться спортом или что-нибудь хорошее, ну и ну, именно формировать правильные привычки. Я себя заставлял, ну, как я учил английский язык, ну, то есть я сейчас там позиционируюсь, как fluent English, там, my friend, is you. Илья Франк не очень помог. Это получается такая методология по чтению языка и смысловых конструкций через именно классическую литературу. Ну, я просто люблю читать. И у Ильи Франка там, получается, идет текст на английском, потом идут сложные слова, все переведены, и потом этот текст еще раз на английском. Ну, то есть, и получается, что как бы играющие, в кавычках, вы учите английский язык и начинаете его чувствовать. То есть я могу там порекомендовать. Вот «Крестный отец» Пузо, очень хорошая книга. Ну, то есть ее вам перечитать, и для себя будет хорошо. Заодно можно выучить английский, там, как этот Дон Корлеоне там что-нибудь говорит. Или там этот «Этюды в багровых тонах». Ну, то есть есть очень много классической литературы, которую просто интересно перечитать, и на самом деле потом себя уже просто ловишь на мысли, что тебе следить за сюжетом, а Илья Франк говорит, что следить за сюжетом, это тоже хорошо. И вы, естественно, вырабатываете английский язык. Очень мне еще помогли сериалы. Я посмотрел, наверное, потратил 1.5 месяца, ну, то есть я там подсчитывал, что я посмотрел, выработав у себя привычку смотреть сериалы на английском языке, в оригинале. Это вначале очень сложно, но потом кайф. Потом на русском, короче, не сможете смотреть. И получается, когда вы там приходите вечером домой, включается там телевизор и что-то такое, ну это кажется там waste of time, ну то есть такой пустая трата времени. А когда вы смотрите сериал на английском, вы говорите себе, я учу английский язык. Это очень важно. Ну то есть, что я могу порекомендовать? Вот South Park, ну там такой пошлый юмор, ну то есть американский, но очень глубокий одновременно. Это тоже сложно. То есть, когда, как говорят американские школьники, я бы, если бы там делал себе эту, я бы начал с South Park, потом посмотрел, может, Mad Men, но Mad Men очень сложный. Доктор Хауса вообще тоже очень трудно смотреть. Я смотрел сериал на русском, а потом смотрел его на английском. И потом это Стерн, может, Волчанка, то тоже достаточно трудные. Ну, нам, как айтишник, там надо еще посмотреть Silicon Valley. Кремниевая долина, сейчас вышло 3 сезона, посмотреть именно не как наши эти местные айтишники, а именно как живет долина и какие там термины, программерс и все такое. Так, и мини-история, как я стал iOS-разработчиком, вспоминаю. Был, короче, курс на курсе бесплатный, типа iOS 7, Apps for iPhone, Set iPad. И, короче, чувак, значит, начал бесплатный курс лекции стэнфордские, открытые, о том, как получается начать проходить. Но я его начал проходить сразу, и потом, короче, не смог. Потому что мне нравится вот эта американская, европейская модель преподавания, потому что она какая-то такая, знаете, более модульная.
То есть, допустим, он говорит, чтобы пройти этот курс, вам правильно его понять, нужно пройти КС 106 А и Б и короче, Computer Science там 107. И тебе вот сразу понятно. Вот у нас, я помню, там приходишь на четвертом пятом курсе, и ты думаешь, ну вообще нифига не понятно. Ну, не то, что там схемотехники или что-нибудь такое. А если бы ты сказал, ну, чтобы понять этот курс, вам нужно пройти дальше. Мне кажется, что у нас тоже не совсем, ну, в смысле, у нас образование выше очень хорошее, но если бы у нас была такая модульность, именно или открытые курсы бесплатные, или сказать, вот ты не понимаешь вот эту вот тему, почитай там-то-то там-то. Ну, то есть ориентировано на средних и выше, на таких балбесов, отстающих, как я, не ориентировано. И, значит, я прошел, вспомнил, что я уже все забыл из университета, из своей практики, и начал, короче, все заново. Есть, получается, вот курс Computer Science 106, Program Methodology. Это там супер-супер базовый курс. А, я агитирую всех становиться программистами. Но это не в ГИЕ, а именно вот программисты. Если вы рискнете попробовать сделать карьеру IT-программиста, то я рекомендую стартануть с этого курса, потому что, не помните, этого парня зовут, но он такой очень мотивированный, так классно все рассказывал, там, цифры, там, переменные, там, просто. Я сейчас перебью. Ваша презентация будет где-то выложена, чтобы там не конспектировать? Я думаю, да. Ну, то есть я потом выкину на сайт. Ну, где-то на GitHub'е, на вашем сайте. Да. Спасибо. На вашем сайте или на сайте этого мероприятия? Да, там видео будет, но я, короче, типа, там в конце там будет ссылка на меня, ну, в смысле, наберется. Все, спасибо. Пожалуйста. Этот курс, и там очень много там бесплатных курсов, которые есть в Стэнфорде. И получается, есть вообще две парадигмы преподавания, которые между собой борются. Есть, получается, академическая, то есть мы там читаем толстые книги, понимаем, что вот это да, программирование, математика, другая штука. Есть второй курс, который, возможно, вам подойдет лучше. Это как бы учиться by doing. Это вы смотрите, вот это есть АППО, да, это если вы попробуете все-таки в iOS пойти. И там, получается, есть куча примеров, там уже 40 статей. И вы просто берете эту статью и повторяете. И желательно потом, то, что вы повторяете, закидываете на GitHub. Ну, себе. Даже готовое решение, пускай просто у вас будет профайл на GitHub, который может использоваться вместо резюме. То есть просто показывается, что да, вы в этом году делали такую-то штуку, и потенциальный работодатель будет видеть. Ну, то есть у айтишников, у программистов пишут, говорят, резюме это, или ссылку на GitHub, или на Stack Overflow, или может вы там что-то делаете. А, значит, моя карьера. Я учился, получается, прошел эти курсы, и начал, короче, у меня цель была, ну, начать, короче, немножко зарабатывать денег, потому что все закончилось, а привычки остались. И начал выпускать эти горячие приложения, как горячие пирожки. Ну, то есть, получается, там зарегистрировался на Upwork, там какие-то брал фриланс-работы, потому что да, вот, никто не берет. И, получается, говорит, давай там сделайте там что-то там бесплатно за $150, какой-то там сайт по там, социальной сеть для любителей кататься на BMX. BMX — это такие велосипедики маленькие, и, ну, короче, там есть целый культ. И сделали, получается, приложение. Я писал его, как бы я его сделал за 3 недели, я делал 3 месяца. И ну, говорит, ну, короче, в итоге сделали, и потом у меня получилось портфолио. Я, наверное, сделал вот 5 или 7 вот таких вот приложений. И потом я думаю, я же такой крутой. А, я думаю, как-то в Беларуси скучно, я же программист. И там какая-то дискуссия идет в Таиланде. Говорит, нужны разработчики в Таиланде. Я говорю, никому не нужен разработчик iOS в Таиланде. Говорит, нужен на Бали. Я говорю, о. И говорит, поехали. Ну, короче, когда вы программист, большой плюс, что вы можете путешествовать. И, соответственно, меня там этот потенциальный стартапер-работодатель купил билеты. И там сделал приложение YouHope. Это, получается, ну вот, Индонезия, Бали. Там у них, на самом деле, нам кажется, что в Беларуси там плохо, и там все небезопасно. Но, на самом деле, у нас все очень круто и безопасно. А там, получается, на этом острове, когда ездят на мопедиках, часто сбивают преступники девушек, отбирают кошельки и, ну, там, ценные вещи. Мы сделали приложение, называется YouHope, это, типа, помочь людям вблизи себя. Просто достаешь мобильник, нажимаешь на картежная кнопка, и все в радиусе 5 километров получают о том, что, информацию о том, что с тобой что-то случилось. И вот это у меня, наверное, уже было за полгода мы его сделали, потом я в Таиланде еще немножко пожил.
И вернулся в Беларусь и думаю, надо пойти на собеседование. Я уже такой программист, там уже 2 года опыта, и пришел, короче, вообще ничего не знаю. Ну, то есть, эти люди какие-то, интерпрайз кровавые, ну, то есть, корпорация, задают какие-то вопросы, и мне кажется, я такой опытный, говорит, ничего не понимаю. Ну, то есть, говорит, ты, говорит, джуниор. Я говорю, какой я джуниор, я уже столько приложений сделал. Они говорят, нет. И, короче, понял, что да, чего-то не хватает. И потом, значит, прочитал 2 толстые книги, это вот Objective-C программинг и iOS программинг. И, короче, теперь знаю ответы на практически все собеседования, ну, то есть именно на все equation, которые спрашивают на собеседовании. Теперь я могу пройти вопросы. Да, пожалуйста. Можно ли залить вот на это все решать с C сразу? С кого? С C. Да, хороший вопрос. Это год назад была дискуссия о том, действительно, что нам начать учиться. Сейчас как бы сложно. Там я сделал такую картинку, говорит, там, как комикс. Сынок, говорит, идем сюда, я тебя научу Си. Говорит, зачем мне Си? Говорит, я буду, ну, тут в смысле, ты выучишь Си, потом будешь объектив Си, будешь писать под iOS. Я, говорит, буду писать сразу под Свифт. Он такой, ах, щенок. И получается, сейчас идет 92% всех приложений, которые сейчас пишутся и разрабатываются, они по-прежнему разрабатываются на Objective-C. То есть все вот эти вот кровавые enterprise, которые большая поддержка, сейчас идет больше потребность в Objective-C. Но Swift набирает обороты. И на самом деле Swift, он еще рекомендован как язык с, ну, то есть с нуля, который можно начать изучать. Потому что Objective-C, он базируется на C. И вам надо выучить сначала C качественно, потом Objective-C. Потом уже, соответственно, там эти фреймворки Apple, ну, там, типа, чтобы вот эти вот формочки делать, и вы понимали, что там к чему. И это, получается, усложняет вход в профессию. Ну, то есть от единицы до 5, именно стать iOS-разработчиком до этого было, как бы, 4 пункта. Ну, потому что сложно. То есть сразу, ну, много всего надо накидывать. Swift упрощает. То есть есть документация у Apple, есть те же курсы, которые я вам рекомендовал на Swift. И сейчас момент, если вы настраиваетесь на ближайшие полгода, год именно учиться, то в Swift может быть хорошая идея. Ну, то есть, если работать в больших корпорациях, по-прежнему спрашивают Objective-C, но если стартовать карьеру стартаперскую, ну, типа там помогать стартаперам делать приложение, тогда лучше можно уже сразу начать учить Swift, и так будет легче. Еще можно вопрос? Да. Я сейчас именно, ну, я как школьник тут, никому не надо, но все-таки планирую поступать в ГУЕР. Есть ли вообще какая-то разница между факультетами? Если вот все, хочу программировать на Swift, буду программировать на Swift, у меня университет. Есть ли какие-то смысл, ну, какой-то выбирать определенный факультет? Да, лучше к СИС. Да. Ну, хорошо, если мы СИС. Если на пульт я бы пошел. Хорошо. Ну, я закончил СИС МУСИС, это получается вычислительная машина системы сети. Там у нас больше было там программировать под ассемблер, контролировать микроконтроллеры. 5 лет назад это вообще никому не надо было. Сейчас у нас есть, допустим, компания Softec, где это наоборот становится востребованным интернетом сервисом, всякое такое. Ну, то есть я бы пошел на пульт, но на самом деле не принципиально. Я потом в самом конце разверну этот вопрос. Потому что у меня тоже было такое изменение майндсета. Есть еще куча университетов, допустим, вот Хекслет. Он раньше был бесплатный, это там Рахим, там чувак из Казахстана, достаточно читает интересные курсы. Там сейчас подписка $15. Я прошел курс по Objective-C, ну, то есть я на самом деле много курсов прошел. Прошел Стэнфордский, прошел Хекслет, прошел Udemy. Если бы я сейчас начинал, я бы стартанул с Udemy. Ну, то есть они, получается, тоже платные, но мы живем как бы в такой прекрасной стране, можно у нас где-нибудь зайти или посмотреть, может, где-нибудь и бесплатно есть. У нас это не особо доказуемо, и это хорошо. Так, и получается, вот если вы стартуете, как я сказал, мне понравилась очень картинка, что типа фрешман ей очень трудно, никакого удовольствия. Даже я уже, получается, который на чем-то программировал, ходил к своему другу Максу. Говорю, Макс, я ничего не понимаю, я тупой, я не программист, я говорю, нет, на то, что все хорошее. Все будет хорошо, и потом проходит хорошо, и первые 2-3 года очень сложно. Ну, то есть, это неприятно, вы там начинаете, спотыкаетесь на простых вещах и думаете, о, может, это не мое, это ваше, вы сможете, если я смогу, вы тоже сможете. А потом уже становится. И после того, как вы получили свою первую работу, вы уже богаче всех своих коллег, которые не прошли войти. Так, вот это вот веселое приложение, которое я делал. А, мне нравится именно мобильная разработка, потому что очень много коротких проектов, и ты просто получаешь такое
удовольствие. Мы там делали отжарку менеджмент опытом. У меня есть какая-то экспертиза именно по управлению проектами. Но это все скучно, когда ты там каждый, да, даже может полгода делаешь что-нибудь такое веселенькое, там, для фэшн-индустрии в Нью-Йорке, там какой-нибудь секрет мессенджер. Или вот этот Кабури Каунтер, это все там достаточно интересно. А, еще смешная история у меня есть, да. Год назад это была конференция для Mobile Optimizer, я там выступал про как эксперт по парсу. Ну, то есть вот эти вот многие приложения, то есть что думает заказчик? Говорит, о, ты программист, сделай мне приложение. Ну вот, допустим, вот это вот Quick-Level Spot, где вы видите карты, все такое. Но на самом деле нам нужен бэкэнд. Ну, то есть получается, чтобы сделать такое приложение, нужно три человека. Дизайнер, бэкэндщик, который напишет, будет хранить все это точки. И я там, допустим, iOS клиент. Но потом была такая штука, как парс, и я мог там бэкэнд сам себе делать. И я был, получается, этот parse.com, ну, все равно, посмотрите, да, это облачная мобайл, да, backend as service. Ну, короче, сейчас еще тоже есть такие штуки, но теоретически, если эти мобильные, вы тоже можете писать клиентированные приложения самостоятельно. То есть нужно уже два человека, дизайнер и программист. А, и, значит, этот подходит, я, значит, работал над проектом по доставке еды, и UHOPT, ну, такое локальное. И подходит Сергей Качар, говорит, у нас есть, говорит, приложение, мы делаем, короче, накладываем картинки на видео. О, да, говорит, как, какое? Говорит, ну, говорит, MSQRT, говорит, нам нужен человек в команду. Я говорю, да вы, говорю, стартаперы бедные, я говорю, я не занимаюсь стартаперами. Он говорит, мы тебя тоже дадим? Я говорю, нет, да, кровавый интерфейс. А потом проходит 5 месяцев, и покупает Facebook. Я говорю, черт. Стартапы все-таки важны, ну, в смысле, то есть не угадается. На самом деле, вот это не в долине, и у нас, что вы можете быть совершенно крутым чуваком, но элемент случайности тоже приходит. Если у вас крутой проект, и, ну, и вы там крутой-крутой разработчик, но ваш проект ерунда, и вы где-нибудь застряли, то, ну, то есть не угадаешь. Ну, конечно, можно потом с опытом сориентироваться, какие проекты могут быть успешными, но без некоторой доли везения миллионером особо не станешь. Но эти, короче, возможности появляются и появляются. Так. А, и мне еще вот, в общем, как бы, какой у меня был открытие, можно сказать, про инсайт внутренний. У нас все видели эту картинку, где получается наша комфортная зона, а где случаются чудеса, да. И всем кажется, что вот мы должны выйти из комфортной зоны. По моему мнению, у меня там не получилось. А, то есть я там еще жил в Москве некоторое время, и нельзя кардинально менять нашу жизнь. То есть есть как бы три больших составляющих. Это там наша семья, наша специальность и локация. Если одновременно менять две вещи, там, допустим, локацию и специальность, я там тоже директор по маркетингу, очень трудно, проваливаешься просто. И мысль, которая меня, картинку просто увидела, она мне немножко открыла глаза, что вот получается у нас есть зона комфорта, где-то зона дискомфорта, типа нам супер плохо, мы должны в зону комфорта войти, а потом идет зона развития. И вот когда мы находимся в зоне комфорта, мы тогда можем позволить себе развиваться. Ну, то есть получается учить дальше и двигаться вперед. Ну, то есть вы, чтобы развиваться, должен быть некоторый комфорт. Так, вот этот вопрос по поводу образования. Ну, именно, какой факультет лучше? То есть я, ну, это не очень скромно, но вот то, что сейчас все рекламируется, я это называю IT-ПТУ. Ну, в хорошем смысле. В плане того, что, ну, то есть есть как бы там эти технари, они там говорят, мы такие крутые, никому не хотим пускать профессию, ну, там, потому что понабирают. Ну, такие вещи. Я же отношусь очень положительно именно ко всем курсам и вообще ко всем моделям, ну, то, что на рынке представлено. До некоторого момента я там как бы сам набирал людей, и я там говорю, о, ну, типа мы там платим хорошую зарплату, будем набирать, ну, типа, БГУ и РКСИС и там БГУ ФКМИ. А потом я от этого отошел от этой концепции благодаря Малкольму Гладуэлю. Вот такие тоже интересные книги пишет, там «Гений аутсайдера», «Что видела собака». У него в книге «Давид и Голиаф» была интересная мысль о том, что
престижность вуза не коррелирует с будущими успехами. Очень важно, когда вы вот сейчас со старта, чтобы вы там не стремились даже поступать в какие-то, ну, в смысле, в какое-то элитное, очень большое заведение. Ну, имею в виду, потому что соразмерять со своей силой. Потому что наибольшего успеха добиваются только 30% топового класса. То есть, неважно, вы закончили КСИС, но были там худшим, как я. Потому что все-таки умные, такой, конечно, надо что-то делать. А если бы там пошел куда-нибудь на какой-то попроще, на фрейли, на что-нибудь, то я, возможно, сразу стал бы лучшим программистом. То же самое касается и курсов, которые здесь представлены. Ну, то есть, получается, желательно, чтобы вы были в топ-30, топ-50. И тогда, по-моему, ну, у вас будет и большая мотивация, и все такое. Поэтому я не смотрю именно на престижность курсов, а желательно, чтобы вы были в группе лучше. Но это уже конкуренция, это уже сложно, но все равно желательно так постараться. Так, еще какие-то общие вопросы хотел сказать. А, да, что не страшно менять специальность. Это то, что у меня было в начале, то, что мы можем себя сами перепрограммировать. И у нас индустрия, да, достаточно молодая, там раньше было, сколько, 5 лет назад, средний возраст программиста, там, 24-25 лет, что-то такое, по данным DFI. У европейцев, у американцев, у них, ну, как бы, возрастной ценз гораздо позже, то есть гораздо больше взрослых программистов, люди, которые, там, 30-35 решили стать программистами или тестировщиками, у них все достаточно получается. У нас, вот тут был, я работаю на одном английском проекте, у нас Team Lead был до того, как стать PHP-разработчиком, был 3 года помощником мясника. И так говорит, бармен, помощник мясника, Team Lead. И с ним работать очень комфортно. Ну, то есть человек, получается, обладает жизненной экспертизой, у него какая-то такая зрелость, и с ними работать гораздо лучше. То есть вот эти вот, которые там заканчивали 23-летние сеньоры, с ними работать некомфортно. Ну, то есть они, получается, ну, не хватает у человека жизненного опыта. Ну, то есть не 30, а там уже... То есть психологическая зрелость у нас наступает после 28,5 лет. Ну, то есть, типа, в среднем психологи. И вот когда люди зрелые, с ними комфортно работать. Ну, потому что программирование — это не только индивидуальный труд, особенно когда мы над большим проектом, это и командная работа и коммуникация — это тоже очень важно. Поэтому если, ну, у вас есть какой-то опыт, там этот street knowledge, то тоже не надо, ну, не надо этого стесняться и как-то пытаться использовать. Так, я просто слышал вопросы, которые, ну, то есть у меня уже, по сути, закончилось. И, ну, еще время есть, но я слушал вопросы, которые задавали Денису. Я бы тоже хотел, ну, на них ответить именно свою версию. Был вопрос, какие языки программирования наиболее перспективны. Я бы ответил, не какие языки, ну, какие области наиболее перспективны. То есть, получается, вот какой-нибудь фундаментальный, то тот же там курс, этот программ методологи. Это вы понимаете, что такое циклы, что такое структура данных. Ну, вот эта вот база, она потом будет везде. Потом уже можно выбирать, соответственно, себе какую-то специальность. Или писать на JavaScript, или пойти на Android-разработку, или куда-то. Ну, или желательно куда устроиться, если там хорошо, потом еще переучиться. Но смотреть именно на области. То есть, получается, сейчас какие направления в тренде? Это Big Data. Big Data, ну, то есть, получается, колоссальный объем информации. Это Internet of Things. И это искусственный интеллект. То есть, три области, которые в ближайших 5-15 лет будут очень перспективны. Ну, то есть даже со старта, то есть вот курсы там в Москве говорят, мы там берем любого бизнес-аналитика, делаем, проходите курсы по питону там 2 месяца, потом учим, как именно их анализировать, и там уже хорошая зарплата, там уже 3-4 тысячи долларов, можно уже даже после этих курсов занимать. Но это в Москве. У нас это еще будет все впереди. То есть фундамент, а потом выбирать себе какую-то специальность. Ну, то есть искусственный интеллект, он как бы тоже будет. А языки программирования, они теоретически не принципиальны. Ну, то есть я, допустим, знаю достаточно много, но, ну, именно пишу конкретно по Objective-C, а сейчас мне переключиться на Swift, ну, займет, может, неделю там, прочитать эту книгу, потому как все там относится на простое,
переключаться. Но считается, что чем больше вы знаете, тем лучше. Я, допустим, сейчас учу свир и знаю Objective-C гораздо больше, чем я на контрпримере. Ну, то есть считается, что хорошие программисты должны несколько... Да, пожалуйста. Ну, я понимаю, что это искусственный интеллект, например, как это пишется, как это происходит. Просто, например, я пытался в интернете загуглить, что-то найти, но я не... Там же есть этот факультет. Да, вот, я его уже знаю, я на него и хочу пойти. Я хотел бы на него пойти, но вообще расскажите, что это. Ну, там будет, получается, я не эксперт. В искусственном интеллекте я могу просто предположить, ну, в смысле, как я примерно это вижу. Я вначале рассказывал про нейронные сети, ну, то есть наш мозг — нейронная сеть, и состоит из нейронов. Это можно потом положить на всякую математическую модель. Ну, именно мы можем, у нас был, кстати, на КСИСе курс по нейронным сетям, о том, как правильно их обучать. Там есть какая-то математика. И задача искусственного интеллекта — это, ну, как бы, планировать, не планировать человека, а планировать мозг человека, чтобы компьютер мог отражать и принимать решения от в зависимости от своего обучения и входящих данных. Ну, вот это вот смысл искусственного интеллекта. Но вот мне больше нравится то нейронные сети. Там тоже обучение у нас есть. Что такое нейронные сети? Мы подаем на вход какие-нибудь числа, говорим, это пятерка, это шестерка, это семерка, и компьютер, ну, то есть, получается, там проходит процесс обучения, и потом, когда мы подаем такую же пятерку, но похожую, если у нас сеть правильно обучена, она может, ну, то есть, предсказывать, что это такое. И это идут в области такие, как распознание картинок на изображении, это тоже нейронные сети. Потом вот этот стартап, который призма. Это вот, знаете, накладывает на видео такие вот красивые там в стиле Ван Гога. Это тоже нейронная сеть. Ну, то есть, идет дальше искусственный интеллект. Ну, я не буду на самом деле рассказывать, потому что мои предположения могут быть не совсем верны, это будет на видео, потом мне будет стыдно. Так, и сейчас я завершу мысль о том, что языки программирования нормально, мы вошли в профессию, типа там что-то зарабатываем, потом дальше идет уровень развития, мне доверяют, я сейчас учу алгоритмы. Ну, то есть такая толстая книга, и алгоритмы это там классные. И получается, чем научнее специальность, сейчас уже у нас уже стало быть инженером модно, сейчас ученым быть модно, это тоже очень хорошо. Да, пожалуйста, вопрос. Вот по поводу вашей области деятельности. Если бы вы сейчас входили в iOS-разработку, по какому плану вы развиваетесь? То есть вот стэнфордские курсы, есть литература, да. Это вот все, ну, с большего, и вот эти вот гиггер-бранч, которые, и стэнфордские курсы, это все с нуля. Но в какой последовательности и что посвящено? Я бы, ну, то есть именно у нас вход немножко в iOS усложнен, потому что вам надо купить MacBook. На, типа, на Hackintosh не очень удобно вот это там инвестиция 1200. Ну и желательно купить, конечно, iPhone. Ну, не последний, можете купить BU 5 за $200. Ну, то есть это я уже вообще. Я просто совсем издалека начинаю. Что получается, я бы даже инвестировал в себя, отложил бы, может, ну, должен был родить $1500, купил оборудование. Начал бы с книги, которую рекомендует Apple, это получается Swift 3.0, а, там сейчас, наверное, Swift 2.3. Вот начал бы ее прочитать, ну, там есть в таком формате, там 1000 страниц. Потом прочитал бы ее, она достаточно простая и понятны все базисы. Потом бы, наверное, зашел на App-коду. Они сейчас тоже переделали все на... Ну, под Swift, у них раньше была серия под Objective-C, а сейчас под Swift. И просто тупо бы сделал там уже 20-30 примеров. И выложил бы это на GitHub. И этих знаний, я предполагаю, чтобы хватило на реализацию некоторых проектов. Потому что там всем количество идиотов, которые хотят запустить дейтинг геолокационный именно, ну, знаете, это Tinder, Swipe, Web Swipe, они не закончатся еще в ближайшие 3-5 лет.
такси еще там всем надо будет приезжать. Ну, именно смотреть, где вы можете практически применить эти знания. Начал бы выпустил приложение. Ну, уже тогда после этого можно начать зарабатывать, делать какие-то приложения. Можно участвовать в стартапах. Ну, тут тоже хорошо. Но вам, получается, для входа в IT, не то, что там курсы сколько-то дорого стоят, а стоит дорого то, что вы не будете работать и не будете зарабатывать. Ну, то есть, получается, надо идти в такую долгую историю. Так это понятно, что касается практики. Но при этом при переходе на полноценную работу нужно не только понимание SWIFT, а большое количество фреймворков, понимание самой платформы. Ага. И для этого тоже такая нужна хорошая, сильная база. И вот это, наверное, с ним же лучше или... Да, то есть я не знаю, если получается... Вот я могу порекомендовать себе Нью-Йорк Ренч. Это считается одним из лучших и фундаментальных по... Да, и тогда уже можно будет пройти собеседование на уровень джуниор. Но я вам, то есть, получается, как рассказывал, два пути. Или вы делаете там приложение, и это говорится в вашем портфолио, и вам это абсолютно не повредит, потому что если вы приходите на собеседование, говорится, вот у меня есть приложение, я его выпустил, а если вы там фрилансер, то вам надо еще их попытаться самому опубликовать. То есть, если не нашли заказчика, джуниоров трудно, никто не любит, но если у вас есть в портфолио 1-2 приложения, то вас возьмут на работу. Ну, то есть я пошел именно через... Правильно. Да. Ну, а потом уже куда-нибудь учиться. Ну и курсы, получается, или в IT-эти. Время вообще полностью или еще есть на вопросы? Минута-две на вопросы, да, пожалуйста. Ну, не знаю, но... я пытался еще открыть фирму когда-то. У меня много было бизнеса. У меня была классическая ошибка. То есть мы там писали под веб, и я думаю, я такой крутой руководитель, найму двоих студентов, обучу их, буду платить им там по $300, но не полетело. Пришел сложный заказ, и ребята просто не смогли его выполнить. Так я позвал. И у одного из парней был, получается, этот Hackintosh. И он постоянно падал. Я заказчику говорю, у меня поломалось. Никто не работает. И получается, там задержка, он идет, его как-то там что-то все переставляет и денег. Мне заказчику было очень трудно объяснить, почему он, сутки не работает. Поэтому я все-таки попробовать можно, но я бы рекомендовал уже перейти. Вложиться. Можно? Да, конечно. Я с самого начала слушал выступление ваше. Те, кто выступает и рекламирует эти курсы, это понятно. Да, это публика для того, чтобы аудитория, чтобы привлечь ваш интерес. Это будущее вашей конкуренции. Это тоже дискурс этот идет. Как я там вначале сказал, что мы получаем удовольствие, когда начинаем учить, достигаем уровня мастерства и учим других. Но так как я ничего не рекламирую, это тоже хорошо. Я просто люблю болтать иногда. Я даже специально это было, когда-то был директором по МОВА. И зачем я рассказываю? Я попросил Вадим, главный редактор компьютерных вестей, говорит, иди что-нибудь расскажи. И это тоже какой-то, есть пирамида Маслова. Получается, у нас уровень потребностей. Мы там обеспечены в тепле, в еде, потом у нас идет потребность в социализации. В семье и там в секосе или чем-то таком. И третье — это социальное и самовыражение. Которые профессиональные выступающие, мотивационные спикеры, они там немножко нарциссы, во-первых, любят на себя полюбоваться. И во-вторых, это идет такой уровень самовыражения, когда ты что-то рассказываешь. Но еще важно, что когда ты рассказываешь на какую-то техническую тему, навык публичных выступлений – это тоже отдельный навык, и этому тоже можно научиться, есть на Coursera специальные курсы. А когда ты еще рассказываешь или пишешь тексты, для программистов, то ты обучаешься этому сам гораздо лучше, чем не просто прочитал или сделал. Когда ты еще этому обучил, это становится еще круче. И по моему мнению, там сейчас сколько у нас айтишников, или 30 или 40 тысяч человек, по моему мнению, можно это количество увеличить вдвое, без вообще потери для качества. Больше людей будет, больше проектов, и
какой-то там конкуренции я там особо не чувствую. Ну, то есть, получается, я уже там, ну, перехожу там в сеньор, я уже теоретически могу там взять себе 2-3 человека и обучать. Ну, не то, что здесь говорил, что там отвлекают, но когда человек чему-то еще кого-то обучает, и у джуниоров там можно самому научиться, то он растет и сам, и тянет за собой других. Ну, то есть, это и для страны важно, и как бы одни плюсы, то есть, я не вижу минусы от этих. Только если там будем воровать школьных учителей математики, да, остальные области, как действуют, будут, я особо не знаю. А где вы нашли свои первые почти бесплатные заказы? На Autodesk'е. Как? Autodesk. А, вот сейчас его нету. Есть Upwork. Ну, посмотрите, Upwork, Freelancer, Buy. Или тут тупо не стесняйтесь. Ну, то есть, если вы там что-то обучили, заведите LinkedIn и напишите в Facebook. Я там, типа, хочу, выучил это, я могу вам сделать какой-то сайт. Ну, то есть, Upwork. И, ну, то есть, если русскоязычный, это Freelancer. Ну, вот, Upwork, это крупнее. Они там немножко загинаются, там тоже есть нюансы, как правильно там переводить, там индивидуально предпринимателя, но это пока мы не особо разбирается. Так, все, да, спасибо, что вы слушали. То есть, или вот про слайды спрашивают, то есть я залью как слайдер-шея Энтони Марченко. Ну и там потом еще.